яйца, щепотка соли, начинаю взбивать. Добавляю 120 грамм сахара. Растительное масло 50 грамм, цедра одного лимона и сок половины лимона. Мука 150 грамм. Ванилин. И разрыхлитель 10 грамм. Перемешиваю на небольших оборотах миксера. И теперь волшебный ингредиент. Па-па-пам! Морковь 200 грамм. Я ее натерла на мелкой терке и отжала сок. Прямо хорошо отжала сок с нее. Она у меня сухая. Смотрите, какая сухая морковка. Тесто готово. Все тесто разделила на три равные части и можно выпекать. Можно выпекать в духовке сразу все тесто на большую форму 24-26 сантиметров диаметром. Но я буду выпекать три коржа, чтобы их не разрезать. Сковорода у меня диаметром 24 сантиметра, внешний диаметр, внутренний 20. Я ее поставила на нагрев, на такое чуть меньше среднего. Бумагу для выпечки смазала растительным маслом немножко дно и отправляю первую часть. Сразу так ложечкой распределяю равномерно. Накрываю крышкой и выпекаю. У меня прошло 5 минут. Почти готов коржик. Можно его перевернуть. Первый морковный корж готов. Точно так же выпекаю второй. Попробую бумагу для выпечки не смазывать растительным маслом. Прошло 5 минут. Уже сухая палочка. Но можно перевернуть. Оп. Оп. Второй корж готов. У меня получилось 3 морковных коржа. Смотрите, какие красивые, как солнышки. Очень вкусно пахнет. Остается сделать крем. Крем делаю на скорую руку. Очень быстрый крем и самый простой, и самый вкусный. Сливочное масло 200 грамм. И сгущенное молоко. Одна банка 380 грамм. Сначала взбиваю сливочное масло. И сгущенка и масло у меня комнатной температуры. Потом постепенно, понемножку добавляю сгущенку. Крем готов. Можно собирать торт.
Коржи такие воздушные, нежные. И последний, третий корж, самый красивый. Торт готов. И этому торту не нужно стоять в холодильнике, пропитываться длительное время. Практически час в холодильнике, и можно нарезать его и есть. Коржи мягкие, нежные, сочные. Их пропитывать не нужно. Крем стабилизироваться ему достаточно полчаса в холодильнике. Но только остается украсить. Через полчаса этот торт можно украсить, нарезать и пробовать. Лучше всего украсить или орехами, или цукатами. Я попробовала торт, и без орехов он очень вкусный, нежный. Коржи такие сочные, как будто их пропитали. И с этим кремом очень вкусно. Попробуйте приготовить этот торт на скорую руку. Коржи выпекаются моментально, и тут же сразу их можно собирать. Крем сделать быстро, а получается такая вкуснятина.